Секретные и неотмеченные места в Skyrim Special Edition, о которых вы, возможно, не знали. Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван. Это мой канал Мистер Кэт! Начинаем! Девочки, зацените мое самое-самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition. Ссылочка внизу, потом обязательно зацените. Ну что, друзья, Дангард, одна из самых ярких сцен, когда мы выходим вот на это озеро, и происходит... Вы с ними разобрались, но, честно говоря, первый раз они мне таких люлей наваляли. Они нам пробили лед. Угу, отлично. Нырнем. И здесь мы находим сундук. Но это не то, что я хочу вам показать. Я эту фишку, это что-то нашел недавно. И хочу с вами поделиться. Ого, как я был удивлен. Если мы проплывем немножечко дальше, то мы увидим ужасную сцену. Вы просто посмотрите. Тут целое огромное кладбище. Вы посмотрите, друзья. Сразу понимаем, что это дракончики. Да, покушали и аккуратненько сложили. Черт, друзья, но я сколько играю, и это спустя 7 лет нахожу. Если не знали, ставьте лайк. Между прочим, это я сюда забрался с помощью кода вот так. Я попробовал простым способом. Это просто невыносимо, тут такое течение, я еле-еле-еле добрался до одной сумочки. И бонусы там, между прочим, неплохие такие. Хм. А вот этот вот маленький секретик мне когда-то присылали в группе ВК, моей группе. И смотрите, в принципе, ничего такого примечательного, просто скелет мамонта. Но если мы подойдем поближе, то мы увидим скелет человека, что на самом деле немножечко странно. Мамонты, они же едят траву. Какого черта? Хм. Хотя, может быть, есть какая-то книга, где мамонт действительно съел человека, и это, знаете, как отсылка, как пасхалка какая-то. Если кто-то что-то знает, друзья, напишите. Хм. Но это на самом деле странно. Хотя, может быть, просто какой-то обидчик-бандит решил завалить мамонта, а мамонт его завалил и попробовал на зуб. В Рифтонских лесах, друзья, вы можете найти... Вот, видите, два пенька, и возле того пенька мы видим какая-то нога. Кто-то очень странно умер. Вы посмотрите. И это, друзья, Редгард. Рядом с ним книга «Искусство взлома замков», которая прокачивает нам взлом. Очень полезно для тех, кто парится со взломом. Хелген. И здесь, друзья, тоже очень-очень... Классный бонус для воришки. Да, этих бедняг, видимо, спалил дракон. Это все можем прочитать в этой записке. И он показывает нам ожерелье, что недалеко дракон. И вот, краденые тени. Друзья, почитайте эту книгу. Поверьте, она вам понравится. И вот, друзья, самая секретная пещера. Это забытая долина. Вот там наверху. Озеро. И здесь, смотрите, раз, осторожненько и прыгаем. Вау, 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 черт. Так, теперь быстро, быстро нужно выскочить. Вы просто... Посмотрите, это как будто черный предел. Вау. Не знаю почему, друзья, но у меня раньше эта локация очень лагала. И здесь, между прочим, уникальные монстры. Сейчас покажу, какие. Ты ж гад. Детеныш Короса. Вау, вау, вау. Где ты, гад? Куда они разбежались? Что за черт? Вот они. Дикий фаумер, который обитает только тут. Вы посмотрите, как он боится. Он боится
огня. Я такого не знал. Я не знаю, это какая-то фишка, какая-то... Он настолько одичал, что любой огонь просто-напросто его пугает. Вы посмотрите. Очень странно. Между прочим, тут очень много простых фалмеров, которые убиты, жестоко убиты. И, скорее всего, это как раз-то эти дикие, дикие фалмеры их и убили. Вау. Да, тут есть сундучок, кое-какой лут, но так ничего особого я не нашел. Друзья, может быть, вы найдете? Мне почему-то кажется, что тайны забытой долины еще не все открыты, друзья. Вы посмотрите, как они сваливают. Ага, и только я близко подхожу, они начинают агриться. Вы посмотрите, какие они ужасные. Ладно, фалмер, но это сверх. Вау. Просто самые-самые древние фалмеры, друзья. Если кто-то их находил, ставьте лайк. Друзья, если вы что-то о них знали, или что-то знаете, или где-то читали в какой-то литературе, напишите, пожалуйста. Мне очень интересно, почему именно три, почему именно эти? Ну, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, друзья. Счастья вам и здоровья. Пока!